Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, что нужно котенку в первые месяцы жизни. Хозяин питомца должен постараться максимально приблизить условия содержания питомца к естественным. То есть котенку, которому всего один месяц, потребуется такой же уход, какой ему могла бы обеспечить мама-кошка. Это поможет ему быстрее адаптироваться к новому дому. Подготовьте для котенка уютную теплую лежанку, которую надо расположить в уединенном месте. Важно, чтобы она не стояла на сквозняке или рядом с приборами отопления. Проследите, чтобы другие домашние питомцы, если они есть, не забирались в гнездо, где спит котенок. Сверху желательно установить подобие крыши. С первых часов появления котенка в доме начинайте приучать его к туалету. Приготовьте для этого лоток с невысокими бортами, чтобы маленький питомец мог самостоятельно в него забираться. Посадите его в лоток сразу после прихода домой, затем после первого кормления. Не ждите, что котенок сам найдет туалет. Помогите ему запомнить это место, периодически относите питомца в лоток и добейте, чтобы он его пометил. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Очень часто для кормления котенка хозяева используют обычные чайные блюдца. Такой вариант возможен, но лишь на некоторое время, если вы не успели предварительно купить специальные миски. Лучше заранее позаботиться о покупке кошачьей посуды. Игры – любимое занятие котенка, поэтому ему необходимы игрушки, например, мышка. Желательно, чтобы она была изготовлена из натурального меха. Можно купить заводскую или сделать своими руками. Содержание и уход за котенком в возрасте от 1 месяца не представляет большой сложности, если выполнять все рекомендации. Главное – окружить нового питомца любовью и заботой. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.